Вы смотрите фильм «Страшный дом». И здесь будет так страшно, что вы даже с дивана спрыгнете. Это будет самый ужасный фильм. Начнем. Всем привет. Ну, здравствуйте. Я Маша. И вот, от этого я сильный. Я снимать фильмы. И, как сказать, я популярная блогерша. Ну и вот. И я блогер, и фильмы снимаюсь. Как сказать, это на фильм. Ну вот. Я очень популярная девочка. Мне все знают. И вот. От этого мы начнем фильм. Ну, как сказать, мне кто-то стреляет. Ауч! Пожалуйста, помогите. Это вы не все показываться. Это все омощается. И вы моя еда. Зен. Алло. Это папа. Фамилия Воробьев. Приезжай, дорогой, это я. Что-то с нашей дочкой случилось. Она убежала куда-то. Приезжай. Хорошо, что ты приехал. Надо заявление списать. Можешь? Я поищу нашу фотку нашей дочери и напишем заявление, спечатаем и повешим по разному адресу. По всем домам, по всем деревьям, по всем столбикам и как раз найдут нашу дочь. Все. Все, надо повешать. Надо пойти полиции такой. Угу. Ауч. Сейчас что-то остановилось. Я не могу дышать. Нет, дорогая. Дорогая, нет. Ты не дышишь, наверное. Ой, найди нашу дочь. Она должна где-то быть. Только. Нет! Я знаю. Без тебя мы точно не найдем нашу дочь. Ну, пора стать Майком. Где наша дочь? Ну, я есть мама, но я буду папой. Только я буду Майкой и папой. Осталось только подождать, когда нашу, как нашу дочь найдут. Кто-то звонит? А, Маргарита, это ваша бабушка. Здравствуй.
милый, миленький нам внучек. Я знаю, что видео объявление и ваша дочь пропала. Угу. Ага, баба. Я знаю, наша дочь пропала. Что-то с ней случилось. Угу. Я знаю. Я только ее увидела на лесу, гуляла, когда я до такси ехала за грибами. Бабушка, я тебе сказала не ехать одна. Прости, не удержалась. Так хочется салат из грибов поесть или там суп. Салат с грибами не бывает. Ну, как сказать, может быть. Ладно, идем. Это уже конец. Здесь второй части. И завтра будет выпускаться.